Перед началом спектакля в фойе Дворца спорта «Видное» для юных гостей праздника было подготовлено много сюрпризов. Ребята могли потанцевать со своими любимыми сказочными персонажами и поучаствовать в веселых конкурсах. Мне нравится, что всегда как бы ты понимаешь, что это, можно сказать, не по-настоящему, но ты как бы погружаешься в это. Посмотрели немножко программу, но дети маленькие, боятся одни, поэтому гуляем пока, фотографируемся. Вообще организовано хорошо все. Многие мальчишки и девчонки творчески подошли к выбору костюма для торжества и сами превратились в волшебных героев. Даша Учаева решила, что пойдет на спектакль в комбинезоне со сверкающими блестками, как настоящая новогодняя фея. В прошлом году я наряжалась Снегурочкой, и когда костюм стал мне мал, я решила найти такой праздничный наряд, потому что я хожу на черлидинг, у меня есть блестки, и они подходят к этому костюму. Помогали ребятам пройти в зал и занять поудобнее свои места на трибуне волонтеры. Мы стараемся, чтобы всем было комфортно. Детям очень сильно нравится, артисты молодцы, всем весело. Артисты театра Аллы Духовой «Тодес» открыли для детей двери в волшебный танцевальный мир. С принцем и принцессой, добрыми волшебниками, коварными чародеями и говорящими животными. Яркие костюмы, необычный сюжет, красочные декорации и зажигательная музыка, несомненно, произвели на юных зрителей большое впечатление. Очень веселое настроение, и я здесь уже в прошлом году была, и мне тоже понравилось, и в этом году мне тоже понравится. В основном здесь собрались дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также дети, которые достигли определенных успехов в учебе, в спорте, в искусстве. Спектакль «Сказка. Волшебная планета» – красивая история о преданных друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты, и всегда верить в чудеса. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».